Доброе утро. Доброе утро. Это приглашение на нашу выставку? Да. Посмотрим. Красиво получилось, правда? Да. Художественная галерея Биньяпе открывает двери. Угу. Доброе утро, Анурби. Доброе утро. Приглашение готово? Угу. Угу. Кстати, Жели Эр-Йилдыз подала иск в суд на нашу компанию. О ком вы? Она была уволена еще во время испытательного срока. Высокая такая, архитектор. Не припоминаю. А я помню. Таня воспитанная. Сообщили нашим юристам? Да. Исмаил Бей просил меня вам рассказать. Хорошо, они все сделают. Керем, зайди ко мне, поговорим за чашкой кофе. Читин Бей, мы ведь это уже обсуждали. Нет, уверяю вас, я не передумаю. Пожалуйста, можем встретиться в пятницу. Но мое решение вряд ли изменится. Отмени встречу. Я очень занята, Читин Бей. Это невозможно. Всего доброго. Сколько можно? Опять субподрядчики звонят? Да, Текеншат. Что за навязчивый человек? Я ему говорю «нет», а он добивается встречи. Конечно, Sky Towers – многомиллионный проект, это всем известно, поэтому каждая субподрядная фирма хочет что-то урвать. Что с тобой сегодня? Ничего. Не складывается с Керем Беем? Вся моя жизнь не складывается. С Керем Беем не складывается. Ничего не складывается, как я хочу. Я несчастна. А у кого складывается, Бену, скажи? Только не говори, что ты моя подруга по несчастью. Что с тобой? Я настолько устала, что мне хочется все бросить и уйти. Ты только посмотри, кто кого будет утешать? Ты меня или я тебя? Нервы сдают. Аллах, Аллах. Что будет с нами дальше? Долго еще будет продолжаться эта напряженность? Тебе лучше знать. Ты сам ее создаешь. Керем, не надо злиться. Я-то смогу, а вот насчет тебя не уверен. Керем, ты для меня один из трех самых дорогих людей в жизни, ты ведь знаешь. И четвертого нет. Значит, я теперь на третьем месте после Шахризад. Раньше я был одним из двух. Даже первым. Тетя Переде была на втором. Перестань, Керем, прошу. Ты когда-нибудь пытался поставить себя на мое место? Войти в мое положение? Как бы ты поступил, случись с тобой такое? Если бы пришлось выбирать, я бы выбрал тебя. Как бы ни было трудно, я бы отказался от любимой женщины ради тебя. Я так и поступил, Анур. Помнишь, что я сказал? Ты сделал первый шаг раньше меня, и я уйду с твоего пути. Я слово сдержал. Но за тебя, Шахризад, не захотела выйти. Смирись с этим. Не сказала «да» и вряд ли скажет. Скажет. А вдруг нет? Перестань, Керем, пожалуйста. Почему скажет? Хватит. Ответь мне, почему она скажет? Потому что Шахризад любит меня, я уверен. Но со стороны незаметно. Слушай, мы уже достаточно попытали удачу. Оставим все как есть. Знаешь, мой внутренний голос мне подсказывает, что ни один из нас не сможет победить.